Зоопатруль – уникальный проект телеканала «Самара ГИС» и ветеринарного центра «Флагман Вет». Птицы – это для нас такая отдельная вселенная. Съемочная группа вместе с зоозащитниками выезжает туда, где бездомным животным требуется помощь. Она сидела у этого... Около машины. Мы расскажем о том, почему в городе можно встретить сову и как определить, что ей нужна помощь. Гаврюша поступила с тяжелой пневмонией, с одышкой. Следующий выпуск 12 марта в 19:30.